В очередной раз тема Арктики объединила экспертов со всей страны. В рамках 4-го Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» на площадке Центра международной торговли Екатеринбурга состоялась панельная дискуссия «Арктическая платформа Урала». Арктическая платформа Урала – это направление мы формировали год. На сегодняшний день вылилось это в отдельное направление, это арктическая платформа Урала. Мы договорились с УРФУ о сотрудничестве, нас поддерживает РИСИ и, в общем, много других коллег из Москвы. Я думаю, что арктическое направление будет иметь достаточно длинное продолжение обсуждения этих тем. Напомним, организаторами конгресса выступили Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум «Роспромэко» и ЗАО «Зеленая долина». Соорганизатором панельной дискуссии «Арктическая платформа Урала» стал Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина. По словам модератора дискуссионной площадки, члена экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлии Корнеевой, на сегодняшний день по теме Арктики экспертное сообщество находится в самом начале пути, так как вопросов очень много. Рассматривать предполагается целый ряд перечень вопросов, начиная там от точечной науки, логистики, ресурсной базы, инфраструктуры, ну и пошло там дальше образование, медицина и пищевая безопасность. Практически весь спектр вопросов. В своих докладах приглашенные к дискуссии эксперты изложили свое видение решений по таким вопросам, как место Урала в арктическом вопросе, экологических аспектах освоения арктической зоны, по теме логистики и минерально-сырьевому потенциалу северных территорий, инфраструктурной составляющей Арктики, по дистанционному образованию, базовому и дополнительному, а также по вопросам особенностей продовольственной и пищевой безопасности арктической зоны и труднодоступных районов. И медицины севера. Теме Арктики на Урале сегодня уделяется свое особое внимание, ведь Уральский регион – территория, наиболее приближенная к Арктике. Кроме того, Свердловская область владеет большими возможностями в подготовке высококвалифицированных кадров для северных территорий. В свою очередь, Урал формирует в ряде случаев и промышленность для севера. В целом, отмечают эксперты, точек соприкосновения Свердловской области и северных территорий, в том числе Арктики, намного больше, чем кажется.